Хотите миллион подписчиков на YouTube или в ВК? Нарезайте самые интересные фрагменты из нашего видео, собирайте большое количество просмотров и становитесь популярными. Сделать это очень просто. Просто. Мы просто заходим, нажимаем вот сюда, выделяем фрагмент, который нам нужен, который мы хотим нарезать, и поделиться клипом. И вы создали уже шортс в YouTube. Ребята, мы подходим первый раз. За все время мы тут были, снимали около 2 лет. У Сережи сегодня день рождения, давайте поздравим его в комментариях, чтобы он прочитал и порадовался. Заранее всем спасибо, кто напишет и не поленится. Я уверен, ему будет очень приятно. Первый раз мы подходим к новому корпусу, потому что охранная будка переместилась в другое место. И теперь мы можем пойти и пообщаться. Это совсем новое место, и это очень интересно. В первой палате никого нет. Во второй тоже нет. Да нет. А и нет. В этих палатах ничего нет. Да, не стоит. Смотри, смотри. Тихо, тихо. Да, да, да. Подожди, а в этом? Сначала не открывайте. В этом никого нет. Ой, папа. Давай. Ух, блядь. Это грибово вообще пиздец. Вадим. Привет. А где ты? Привет. А как тебя зовут? Ты не бойся нас, мы дружелюбные, мы подружиться хотим. Да? Правда? Да. Привет. Смотри, там вот нас тут трое. Меня зовут Вадим, вот Сережа, вот Дима. Нас тоже двое. Что? Что вас двое? Двое. Вас двое? Да. Хорошо, так ты а, кто а где, где? Там еще кто-то стоит. А, я понял. Вот я тупой, я понял, ты двое. А как тебя зовут, ты скажешь? Мне не разрешают говорить. Не разрешают? А как твою подругу тогда зовут, которая с тобой рядом, или это друг? Почему? Это друг. Друг? А как его зовут? Тоже нельзя говорить. А хотя бы букву первую. Это раздвоение личности. Наблюдайте за ней, смотрите, у них должны бегать глаза и губы. А ты давно здесь находишься, в этом месте? Да. Да? А ты знаешь, что это за место? Нет? Все под таблетками. Тебя оно пугает? Тебя оно как-то пугает? Это место? Нет? Хорошо. Приятно находить? Да. А ты... А сколько тебе лет? Ты не знаешь, сколько тебе лет? Получается, ты не знаешь, что это за место, не знаешь, не хочешь говорить свое имя, не знаешь, как, сколько тебе лет. А ты знаешь, как ты сюда попал, в это место? Родители оставили меня одну. Что родители? Оставили меня одну. Оставили тебя одну, родители? Да. И тебя в это место забрали? Почему? Почему в это именно? Я не знаю, правда. Ну, просто так же не забирают из того, что... Родители оставили, тебя в другое бы место бы отправили бы. Наверное, я просто сошла с ума. А, ты понимаешь. Опа. А это вот это странно. Может, подожди, ты думаешь, сошла? Что ты сошла с ума? Нет? Ты же только сказал, что да. Я не знаю. Но она предположила. Не бойся, иди сюда. Познакомься вместе. А он прям рядом с тобой? Да. Понятно. Просто что-то его не видно, наверное, из-за света, потому что не так попадает. Он просто боится. Боится? Да. Ну, я думаю, он со временем, может, ему проще станет, и он подойдет. А, ну а как его зовут? Давай мы познакомимся с ним тоже. Его зовут Денис. Денис? Денис, Денис, привет. Он не хочет говорить. Не хочет с нами разговаривать? Нет. Почему? А то, что ты его имя рассказал, тебе не сделает ничего плохого. Я не знаю. А тебя Денис любит? Не любит? Он просто твой друг? Да. Знаете, даже развоение личности в френд-зоне. Подожди, получается, Денис зовут, да? А сколько ему лет? Я не знаю, он не говорит. Ты тоже мне об этом. Не говорит тебе об этом? Нет. А что это вы за штучка светится такая? Это у нас камера. Мы кино снимаем. Камера? А можно потрогать? Тебя вот это вот пушистое заинтересовало? Да. Это... На камеру.
это чехол на микрофон. Это чехол на микрофон, да. Чтобы звуки не так громко были. Эхоизолирующие. Очень классно. Ребята, на вас потрогал. Классно? Слушай, скажи, пожалуйста, а вот тебя тут не обижают? Нет. Денис обо мне заботится. Денис о тебе заботится. А вот вот этот мальчик. Он очень красивый. Красивый? Спасибо. Да. Как его зовут? Меня? Да. Вадим. А почему ты у него сама не с вашей стесняешься? Да. А я же ее слышу. Видишь, она с вашей понимается. Почему-то. Его Вадим зовут. Как ты думаешь, а сколько ему лет? Я не знаю. А ты понимаешь числа? Мне вот интересно. Знаешь, что такое 1, 2, 3, 4, 5? Немного. А 10 – это больше 5? Не знаю. Вот она в чем проблема. Она числа не понимает. Смотри, вот 5. Это 5. Раз, два, три, четыре, пять. Это 10. 10, видишь? Что больше, 5 или 10? 10. Правильно. А тебе не говорили родители, сколько тебе лет? Нет. Тебе 2 раза по 10? Нет. Меньше. Ладно, а как ты... Меньше? Да. Тебе 10 и 3. 8. Да? Тебе 18? И походу 18 лет. А как ты думаешь, сколько Вадиму лет? Вот мальчик красивый, который. 10. 10? Угу. 10 и 5. 15. Нет. Не 15. Как ты думаешь примерно еще? 10 и 5. Ну, 15 тоже нормально. Главное, ну, ты как раз выглядишь на нем. Хороший возраст. Да. А чем он тебе понравился? В армию не надо. Он красивый. Он красивый. А что бы, вот, ты бы хотел, чтобы он тебе подарок подарил? Ты хочешь, а что ты, может, ну, мы можем тебе дать... Яблочко будешь? Да. Да, я очень хочу. Возьми, а тебе пакетик, да. Сейчас я пакетик уберу. Пакетик. Я знаю, что с этим пакетом надо сделать. Так, только я тебе ее даю, прям, оп, оп, ага, все. Вкусное яблоко? Нравится? Да. Ну вот в следующий раз, если мы придем, еще принесем вкусности разных. Пишите все в комментариях. Так что, а куда же? Пишите в комментариях, то, что Вадим краш. Дима у нас в операторах теперь. Что, я думаю, пойдем, не будем отвлекать. Да. Все, пока, мы пошли. Пока. Ага. Все, пока. Вадим. Да. Все, все. Тихо. Выключи свет. Так, мы будем подойти к камере, ребят. Сейчас давайте немножко присидим, что мы тут нашумели. Сейчас вот будку переместили вон туда. Вот. Сейчас пойдем туда. Подождались мы более темного времени суток. Сейчас пойдем делать просто дикую фигню. И за нее даже не надо лайков, ребята. Просто мы, я не знаю, что мы сейчас делаем. Но иногда это заканчивается очень плохо. Никогда этого не повторяйте. Погнали. Андрей. Андрюх, ты тут? Андрей. Все, отходи, слышишь? Сейчас отходи, будем ломать решетку. Да, отходи, как бежишь, чтобы тебя не отскочило ничего. Стекло точно? Не порвало. Да, отходи. Вадим, смотри за охраной. Да, я пойду на штуки встану туда на улице. Блядь, Сережа, ты понимаешь, если нас заметят, блядь, будут я очень знаю, проблемы я в детдоме, блядь. Ты уже выпускаешься. Ну не в этом, я в январе. Я отойду, ну вам нахер, вдруг от меня отлетит. Сейчас прикиньте, в яйцо. Немножко сейчас, не об этом я думал, не волнительно как. Ну, у меня почти расшаталось. Есть еще другой вариант, везде. Дим, посвети с этой стороны. Да не, Серега, ты херня. Не получится, старик. Есть второй вариант, да. Андрюх, иди сюда. Не получается. Андрюх,
смотри, надо, не знаю, прям покричать людям, чтобы тебе медики пришли и отвели в туалет второй этаж. Там еще меня они уколят, меня опять меня только смотри, отпустило. Ты просто у него выйдешь. На втором этаже возможно, чтобы ты отсюда, да, спустимся со второго этажа. Сбегать от них? Там нету, да. Сбегать, ты на туалет, вот эту часть не зайдешь, а там же как... Они ходят с нами. У нас будет минут 5, чтобы его отсюда вытащить, потому что 5 минут... Если только бежать, идти и там уже убегать. Но там... Мы его откроем, а ты выбежишь, хорошо? Там второй, да, что так нету, сразу убегай, и сразу мы тебя спускаем. И быстренько в машину, понял? Все, хорошо. Сейчас мы отойдем, залезем туда, и через 3 минуты... Мы... Тогда отходите подальше, я буду стучаться, чтобы они пришли. Да, 3 минуты. А, Вадим, давай аккуратно. Ребят, сейчас я его, короче, буду здесь ждать, и по команде, когда мы вылезем, вы должны его принять, хорошо? Да. Серега, это вообще какая-то шума. Это жопа полная. Полная. Как он опять заказался? Он же просто жив. Потому что мы с ним пошли в психушку, и это очень херово. Видите, ребята, я с домкратом стою, чтобы на окно. Но мы шли все-таки это слишком дико. Это будет очень много грохота. Очень много вопросов потом после этого нам будет. Может, зря мы вообще это снимаем? А! Что? Что-то было? Ты не понял, что это голос? Это не врачи ли? Подожди, это не врачи ли? Да не ори, ты так, блядь. Если это врачи, то сейчас... Да врачи все заговорили, ты слышал? Я-то слышал, что кто-то говорит. Я вроде бы слышал его. Ребята, вы здесь? Андрюх, вылазь. Они сейчас наклонят. Я так раз с той стороны. Вылази. Давай, я сейчас хочу. Серый там снизу ждет, чтобы вытащить. Они сейчас наклонят. Давай. Спускайся, вот здесь. Смотри, ребята! Спалили. Готов бежать сразу, понял? Ты его принимай. У меня камера. Давай домкрат, сразу. Вы быстренько сюда, хватайте вот на эту штуку, вставай сюда ногами, понял? Смотри, сейчас я ему покажу как. Давайте быстрее, парни. Давай. Я тебя держу, Андрюх. Сейчас ты принимай его. Окей. Дима, все, а, короче, все посмотри, а где экран, короче, сейчас быстро добегаем. Сейчас, Вадим. Так, Андрюх, сейчас быстренько, готов бежать, а? Побежать. Парни, открывайте, тут люки. Давай. Быстренько. Вадим, давай тоже. Да. А я тут не знаю. Ты будешь мне за вообще побегать. Закройся уже быстрее, блядь. Скорей. Я же говорил, удастся, парни. Ну, вы демоны, конечно. Только вот тебя ждем последствий, сразу говорю. Андрюх, ты рад? Я в шоке. Сейчас я вас сверну на другую улицу. Андрей, что ты сейчас чувствуешь, Андрюй? Тебе неплохо, Андрей? Я не понимаю, но явно лучше, чем там. У меня как будто башка сразу яснее. Стал, может, потому что ты тебе не вкололи ночной препарат? Вечерней дозы не было. Андрей, что сейчас собираем? Сейчас мы уезжаем, я короче. Я знаю, что, но я только сейчас, дальше отсюда. Слышишь, сейчас мы уезжаем отсюда и приносим тебя в одно место, потому что больше не палиться, не выходить никуда. Все делать очень тихо и осторожно. Андрей, не позвонить, она переживает. Она же вообще позвоню. Не знает, что я здесь. Позвоню. Только вот почему Лена не попалась, а ты попался. Вот это очень странно. Они за мной пришли. Не может быть такого. Это тоже надо разбираться, пока мы не выясним ситуацию, будешь жить у нас. Мы сейчас тебя отвезем в одно место. Хорошо. Вот. Там с мигалками что-то едет. Поехали, Серый! Уезжай, Серый! Ребята, вы знаете, что нам отключили заработок на Ютубе. Вот те ребята, кто нас поддержал. Спасибо им большое. Если вы хотите нас поддержать, номер карты в описании. Заранее вам большое спасибо.